Всем привет, с вами Симпсон. Сегодня мы строим очередное здание в стиле Японии. А именно небольшой двухэтажный дом. Очень просто его построить. Сейчас я вам показываю примерно как это выглядит. Выглядит все очень просто. Даже так. Так, здесь наступаем 3. Здесь снова 2 по 2. Так, здесь делаем, чтобы 3 было промежуток. Здесь все люди не понимают, о чем я вообще говорю. Так. Так, и все. Соответственно, здесь доделаем здание до конца. Так, по непонятной причине... Да, я понял, я... Так. Здесь также делим по 2, все, тут 3, тут 2. Все, дальше делаем... Либо шерсть используем, либо, короче... как он называется? Блять. В этом... В аду. Нет, кварц. Кварц. Можно сделать окна из белого стекла. Но я ничего не делаю и вам не сделаю. Поэтому. Так. Я также сниму отдельное видео потом, какие еще можно варианты придумать. Так, ставим тут же дверь. Теперь крышу я буду делать из зеленой шерсти. Вы можете делать из любого. Будь то дерево, камень, это уже все на ваш выбор. Просто мне кажется, зеленая симпатичная. Это меня даже вдохновил мультик «Аватар. Легенда Банга». Там. Царство Земли, оно уже списано с реального Китая. И там крыши зеленые. Мне это очень понравилось. Использую зеленый. Так. Теперь такой момент. Здесь надо сделать, так сказать, второй этаж. Поэтому я здесь сделаю так, просто для постройки. Пол вы можете сделать любой. Так, 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 так. И здесь, соответственно. Так, не помню, как здесь было. Сейчас разберемся в процессе. Так. Да, пойдет так. Угу. Это сейчас топорный вариант, ребята, поэтому сильно там громко кричать в комментариях, типа, о, как стрёмно, бла-бла-бла, не надо. Я вам покажу всякие улучшения, которые внешний вид могут улучшить. Так. Угу. Так, видите, уже неплохой вид. Так, теперь делаем стандартную крышу. Так. Так, здесь самое интересное. Так. Вот так начинается. Так, так. И здесь должно быть вот так. 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 И вот так. Все, на этом дом готов. Но его также можно улучшить, как я и говорил. То есть ставим две стойки здесь, например. Сразу видите, шарм.
Здесь сделаем окошко. Все, идеально. Итак, на этом наш дом в азиатском стиле закончен. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. И не забываем нажать колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Всем пока.